Привет, стримаши. Обзор лампы галогеновой. Она как обычная лампа, просто капсула в капсуле. Газ, и должно ярче светить, дольше работать. На деле эта лампа фактически и года не проработала. Ну, если, конечно, учитывать не то, что она с утра до ночи была включена, так периодически где-то в течение года. И как вы видите, спирали уже нету. Здесь спираль. А, она валяется там вот. Видно спиральку. В общем, стоила она прилично. Где-то, по-моему, раза в два дороже, чем обычная, может быть, в три. Здесь, видите, написан производитель Униель или Унитель, 70 ватт. Так что это я не понял, в конце номер, это дата производства, что ли? В общем, я считал хорошей идеей эти галогеновые, но вот такой получается хлам. И года даже она не проработает, все равно перегорит. У меня вот так вот получилось. Некачественный китайский товар. На этом все, пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления.